Наша организация более 10 лет помогает реабилитационному центру НИКа. То есть как бы ни случилось, ковид не пришел в наши дома, карантин, локдаун, мы всегда на Николая дарим детям подарки. И не только на Николая. Наша помощь центру оказывается независимо от выборной программы, выборов, которые проходят в нашем городе и в стране. Мы оказываем помощь и будем оказывать эту помощь этим деткам, потому что кроме нас никто им не поможет. Ребят, я у вас первый раз, мне очень приятно вас всех видеть. Я думаю, что эти подарки, которые передал Вадим Геннадьевич и громадская сила, обязательно вам пригодятся. Вы будете в тепле, в комфорте. А я вас поздравляю тоже с наступающими праздниками. Желаю, чтобы вы все-все-все были здоровенькие и счастливые. Обязательно верьте в Деда Мороза и в чудо, которое обязательно с вами произойдет. Всем известно, что Вадим Колесник помогает нам уже, наверное, на протяжении 10 лет. Еще даже до того, как была создана громадская сила. Вот. Каждый год это уже традиционно привозятся сладости и одежда, или еще какие-либо подарки, спортинвентарь. Мы очень благодарны. И сегодня, что особенно приятно, в преддверии Дня Святого Николая, вы единственные успели привезти нам что-то. Дети очень рады. И, наверное, на фотографиях будет видно, что многие из детей в тех курточках, которые привезли в прошлом году. Все вещи, обувь всегда очень хорошего качества. Потому что это все, как бы, я думаю, подарено с душой. Владимир Геннадьевич привозит всегда очень хорошие вещи. Очень хорошие. Модные, красивые.